Подъезжаем к Михайловску. Добрый день, друзья. Сегодня мы поедем, как я вам и обещал, жилой комплекс «Гармония». Находится он в Михайловске. Ну, давайте мы сейчас, наверное, с вами вот такой маршрут сделаем. Я там, друзья, ни разу не был. Через Михайловск мы не поедем. Именно вот здесь. А пойдем на аэропорт. Он у нас останется с правой стороны. И дальше мы проедем. Там на Орджоникидзе улицу опять выйдем. Вот, Михайловск, год образования, 1784 год. А потом, соответственно, мы с вами, конечно, такой жилой комплекс «Гармония». Так, вот. Сотрудники ДПС. Аэропорт 7 километров, Дубовка 17, Казинка 26. В общем, аэропорт у нас как называется, друзья, сейчас? Аэропорт имени Суворова. Ну, я думаю, что это даже справедливо. Ведь Александр Васильевич Суворов курировал строительство нашей крепости. Давайте окошко закрою, чтобы более-менее было хорошо. Меня было лучше слышно. Дважды он здесь бывал, курировал, как крепость строится. В общем, казаки, драгуны у нас здесь были, Хоперский полк, Владимирский драгунский полк. Построили крепость, и я думаю, справедливое название. Так что вот он сейчас называется имени Суворова. Ну, Мираловодский имени Лермонтова называется. Вот, 6 километров, и у нас, друзья, аэропорт. Это если повернуть, конечно, направо. А мы сейчас так зигзагообразно здесь вот так проедем. Это вот впереди у нас, друзья, конечно, Михайловск. А высотные здания, наверное, «Гармония». И здесь съезд, здесь городское кладбище. Друзья, ну маршрут моей дороги вы, наверное, знаете. Это, конечно, через низ города, через Чапаевку. Я неоднократно вам говорил. Вот она мне просто больше нравится. Вот. В прошлый раз мы с вами по Октябрьскому проехали, посмотрели. По улице Вавилова, по улице Октябрьской. И за город мы выехали. А вот сегодня у нас вот такой маршрут будет в «Гармонии». Разведаем дорогу. В общем, у меня там в «Гармонии» друг купил квартиру. Это было в том году. Вот Михайловск. Он у нас остается, конечно, с левой стороны. Вот я там ни разу не был. Я даже не знал, что он купил. Он мне потом об этом сказал. Так, все, друзья, включаю кондиционер. Сейчас мы пустим ему воздух на ноги. А то у меня раз была такая съемка, друзья, что... В общем, ничего не понятно, что было. Здесь у нас низ. Старопольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Ну, кстати, у меня здесь брат живет, Генка. Во всяком случае, жил, что-то я сейчас его не вижу. Я не часто здесь бываю, у родни. Хотя у меня, я говорил, друзья, здесь в основном у меня там троюродные братья, троюродные сестры. Вот здесь, видите, тоже дорожное полотно уложили новое. Это, короче, моя вторая поездка, друзья. Где-то месяц назад я пытался поехать в «Гармонию», но просто свернул не на ту дорогу. Чуть-чуть не доехал. Ну, так, проехал, конечно, по Михайловску. Это город-спутник, короче. Город-спутник города Ставрополя, конечно. И вообще-то мы думали, что это будет продолжение города Ставрополя. Ну, вот такой отдельный город.
Это у нас улица Выставочная. Вот тот раз как раз дорожное полотно укладывали. Вот смотрите, здесь даже что-то расширили. И вот, друзья, куда я съехал? Я съехал вот здесь, налево. А мне надо было чуть дальше просто проехать. Вот, Михайловск, Подгорный, база отдыха, 6 озер, 4,5 километра. Вот, сворачиваем вот сюда, друзья. Прямо Козинка, Дубовка. Ну, мы с вами здесь были, друзья. Вот, прямо упираемся мы, бывший дом моего дядьки. Дяди Толи. В общем, он трагически, конечно, погиб. Но не будем о грустном. Нет уже ни дядьки, ни тетки. Здесь я уже вам, друзья, говорил, здесь прошла часть моего детства. Здесь у нас река Ула протекает. Мы с Генкой здесь ходили, с братом. Ловили рыбу по утрам. А он, Соня, такой был, мог до 12 часов спать. У дядьки лошади всегда были. Ну вот он в бричке спал до 12 ночи. Ну я-то городской парень-то был. Вот улица Выставочная. В общем, с батем всегда что он, с машинами был. Мы всегда, конечно, приезжали на разные праздники суток. Мать родом не отсюда, кстати, никогда вот село это Шпаковское не забывало. Ну, какое на Шпаковское было? На село Михайловское первоначально было. Ну, вот. Улица Рженикидзе. Вот дом дядькин, теткин. Вот здесь, друзья, мое детство прошло. Ничего здесь сейчас, друзья, нету. Тандхаузы здесь понастроили. Вот здесь река Ула протекает. Я же говорю, у хороших хозяйственников всегда были, конечно, огороды здесь такие были. 40 соток. Что только они здесь не выращивали. А у дядьки живности сколько было. Тетка хлеб сама выпекала. Тоже держали кроликов. Кого угодно. Корова у тетки была. Всегда с молоком была. Всегда с города своего я приезжал. Ну, больше 3 дней здесь не мог быть. Один раз я только неделю здесь был. И все. Так, ну вот что у нас. Какие изменения, да. Магазин строят. Вернее, где был бывший магазин. Конечно, это улица Орджоникидзе. Серго. Кстати, дальше у меня тоже там родня живет. Митропольский. Ну, местные, наверное, знают. И вот так мы с вами сейчас, друзья, поедем, разведаем дорогу. Проедем по городу Михайловску. Полицейский. Да, с кондиционером получше уже. Конечно, здесь всегда, друзья, воздух хороший был. Хотя Ставрополь в лесах находится. Но вот здесь намного теплее всегда. Так, ладно, на улицу Баневура мы с вами поворачиваем. Да нет, это улица Садовая. Такой пейзаж, друзья. Смотрите, сколько роз. Очень тихо и медленно едут. А почему? Впереди трактор, что ли? Да. Ну, сейчас попробуем обогнать. Видимо, водитель маршрутки не спешит. Мы побыстрее поедем.
еще, друзья, хорошая новость. Мне сегодня шеф позвонил. Сказал, что с 14 июня я иду в отпуск. Ура! Друзья, ну, конечно, будет морское путешествие. Куда я поеду, друзья, еще не знаю. Если будет прохладно, то, конечно, я вот хочу в Лазаревское поехать. Мне вот Лазаревское просто больше нравится. В Сочи очень жарко, а в Лазаревском так, чуть-чуть. Климат, конечно, получше. Так. А это как в Старополе. Асфальт выбрали. А потом через неделю будет асфальтировать. Так, улица Терешкова. Терешкова. Уж меня на Терешковой Саня живет, Рисман. Только я-то заезжал к нему с переезда. Мы с ним в учебке, короче, служили. Тогда еще в Горьковской области. Это город Дзержинск, поселок Центральный. Там железнодорожная учебка была. Ой, сколько там род было, я даже не помню. 13 или 15 род было. Едем, конечно, по навигатору, друзья. Так, еще. Так, ну здесь придется притормозить. Вот красота какая, а? Смотрите. Так что, друзья, кто собирается в город Ставрополь переезжать, вот вам город Михайловск. Спутник города Ставрополя. Вот, от Чапаевки, друзья, это 3 километра. Но если по Чапаевке проедем, то мы вообще до центра, до крепостной горы, там вообще недалеко. Так, поворачиваем вот сюда, друзья. Сегодня просто будет разведка жилого комплекса «Гармония». По разным дорогам здесь можно проехать, друзья. По разным. Можно от Верхнерусского. Но я вот выбрал вот эту дорогу сегодня. Это Трунова переулок. Мясоед. А вот улица и школа. В принципе, вот вам и гармония. Вот, смотрите, друзья, гармония. Ну, давайте покружимся. Ох, красиво, красиво, друзья. Вот ничего не могу сказать. Красиво. Строительная группа «Третий Рим». Ой, красиво, вот красиво. И пусть даже, конечно, здесь пятиэтажные дома, но здесь очень красиво. Давайте сюда свернем. Нет, давайте дальше проедем. Это у нас улица и школа. Любовь. Не, ну замечательно, замечательно. Вот вы, друзья, просили показать вам гармонию. Вот вам гармония. Не, ну очень красиво. Наверное, мы сделаем здесь все-таки съемочку, друзья. Ну, танхаузы пошли. Вот это я уже, друзья, вижу, что это город Михайловск. Храм святого Артемия. Ну, давайте сюда повернем. Вот, друзья, смотрите, не обязательно в городе Ставрополе жить. Можно вот здесь.
купить танхаус или квартиру. Кстати, квартира здесь намного дешевле, чем в городе Ставрополь. И вот сюда сворачиваю. Это, друзья, улица, не поверите, Пятигорская, а рядом Кисловодская и Ессентукская. Не, нормально, мне нравится. Друзья, вот потом вот местные жители, конечно, посадят здесь деревья. Здесь вот просто будет красота, вот красотища будет. А здесь еще застройка, значит, идет, да? Теперь мы сюда поворачиваем. Ну, в общем, вот. Да, я полон впечатлений, друзья. Вот первый раз я здесь. Нет, друг у меня покупал квартиру не здесь. Он в многоэтажке покупал квартиру. В общем, прекрасное место. И потом... Я же вам, друзья, говорю, Михайловский. Здесь Пелагиада, кстати, недалеко, если чуть проехать. Это вот у нас улица, кстати, друзья, Кисловодская. Вот Кисловодская. И сейчас мы завернем с вами на Ессентукскую. Мы ее проезжали. Вот такие три улицы. В общем, красотища здесь, конечно, будет. Вот и Ессентукская. Вот смотрите, здесь навесы уже такие хорошие. Вот, друзья, это у нас Гармония. Город Михайловск. Да, чуть температура падает, друзья, уже 28 градусов. Это что-то сельский вариант, прям на меня едут, аж страшно. В общем, все про все, друзья. Ну, давайте опять выйдем. Дальше еще чуть проедем. Ну, уже мы по многоэтажке. Где многоэтажки находятся, там проедем. Вот, 3-4 километра я приехал. Вот с тем условием, что я проехал по Михайловску, по Ставрополю проехал. И вообще-то от тещиного дома вот засек. Километраж. Вот 3-4 километра. Всего лишь навсего. Давайте здесь посмотрим. А эта улица, друзья, Музыкальная. Какие названия красивые. Вот могут же названия красивые придумывать. Как у нас в городе Ставрополе. Первая промышленная, вторая промышленная, третья промышленная, девятая промышленная. Да там позапутаешься просто. А здесь никак не запутаешься. Название Музыкальное, Кисловодское, Пятигорское, Ессентукское. Вот дальше будет строительство, конечно, продолжаться. Ну там еще красивее. Ну, не поедем вот туда, друзья. А эта улица прекрасная. Давайте завернем на улицу прекрасную. С улицы прекрасной так чуть-чуть проедем. Вот смотрите, друзья. Вот красиво сделано. Смотрите, балконы все одинаковые. Застекленные. В общем, так, для информации скажу, что друг у меня недорого здесь квартиру-то взял. И сейчас вот такая последняя информация, что здесь вот какие-то дома построены именно для детдомовцев. Цена квартиры 800 тысяч рублей. Здесь делается первичный ремонт. Ну, вот парковка справа, слева. И можно проехать.
вот еще дома здесь продаются, квартиры, вот телефон указан. В общем, Андрюхе не понравилось здесь, он продал квартиру почему-то. Наверное, потому что мы все-таки городские жители. Ну вот, пожалуй, друзья, на этом и все. Вот такой жилой комплекс «Гармония». Это город Михайловск. Какое мои впечатления, друзья? Очень все здесь понравилось. А там вы судите сами уже. Все, друзья, удачи. Вот, хорошего дня. Сегодня жарко у нас. В общем, еще погода хорошая держится. На море сейчас вообще тепло. Вот я смотрю, тепло на море. 22 градуса Цельсия температура воды в Геленджике. Если, конечно, не обманывают нас блогеры. Вот, пожалуй, друзья, на этом и все. Давайте я что-нибудь здесь сделаю, какую-нибудь съемочку все-таки. Что ж, я даром зря сюда приехал. Все, друзья, всем удачи. Сейчас я попробую здесь сделать съемку. Вот. По улице Ишкова просто вот так пройду с камерой и покажу вам. Все-таки с машины не тот обзор. В общем, если что-то получится, друзья, следующее видео, конечно, это будет... По улице Ишкова, с города Михайловска, жилого комплекса «Гармония». Все, всем удачи!